Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 1 апреля, 7:30 утра. У нас, видите, изменился пейзаж в огороде. Там, где я с трудом проползала к теплицам, уже такие проталины. Хотя сейчас, ночью сегодня у нас, вот сейчас я стою, минус 3. Но прогноз синоптиков оптимистический. Сегодня будет плюс 10, завтра будет плюс 14. Это ужасно, ну такая хорошая температура. Ужасно, это в хорошем смысле слова. Скорее всего, эти сугробы мы видим уже в последний раз. Вот я иду, как всегда, у меня утренний обход. Пошла проверять температуру в теплице. Вот теплица вон-то вот стоит. Там у меня растут томаты. Я иду туда. Ну, остановилась здесь, хочу показать вам. Оттаял, снег же ушел. И оттаяли вот эти, смотрите, зима была теплая. Что наделали мыши? Тут мыши на таких нор нарыли. Все это открылось. Хочу предупредить всех. Значит, нужно, у кого есть теплицы, вот мне тоже это нужно сделать. Значит, нужно в теплице и где-то в такие места раскладывать уже отраву для мышей. У меня было... Год назад был такой случай, что я высадила лук-топиро зеленый, вот как сейчас. И как только он появился, я не уследила за мышами. И они весь этот зеленый лук срезали как бритвой. Вот все съели. Они сейчас будут сжирать все подряд. Так что раскладывайте приманочку для мышей, отраву, чтобы они у нас не поели вот эту раннюю зелень. Ладно, я сейчас выключу, буду заходить. Зайду и покажу, какая температура. Изменился не только пейзаж в огороде, изменилась картина и в теплице. Вот я вчера говорила, что начала высаживать эту сторону. Как видите, теперь не только тут один тоннельчик у меня утепляющий, у меня уже два тоннеля. Мне осталось пройти тут всего 2 метра. Слышите? Работает у меня только инфракрасный обогреватель. Ну, их 2 штуки. Ой, открылась дверь, надо закрыть. Ну, тут так же, как вчера, тут 5. Сейчас залезу туда внутрь, посмотрю, что там внутри тоннеля. 5 градусов. Но я пока пленки не открываю, я просто засунулась сюда немножко. Здесь в тоннеле 12 градусов. Нормальная температура для томатов. До 10 градусов, выше 10 градусов, это считается для них очень комфортно. Здесь им не холодно, не жарко. Сейчас я обогреватели выключу и пойду домой. Солнышко выглядывает, через 2 часа здесь прогреется. Сейчас 7:30. Ну, короче, в 9 часов приду и буду открывать их. Тогда покажу вам все посадки. Ну все, через 2 часа, когда я пришла, температура заметно поднялась. С 5 градусов до... Ну, тут 12-13. Короче, на 7-8 градусов моментально прогрелся воздух в теплице. Без всяких обогревателей, только на солнышке. Все, солнышко светит, птички поют, можно открывать посадки. Вот сейчас я открыла все пленочки, и сейчас нужно стараться скорее мне снова высаживать до наступления жаркой температуры. Как вы видите, что с 9 утра при солнечной погоде никакие обогреватели уже не нужны. Тут уже и так поднимается очень быстро температура. Теперь наоборот. Как бы нам уберечься от этой жары. И сейчас вот досажу, полью, все дела сделаю. И опять буду их нетканками закрывать. Хочу еще добавить, что я начала высадку вот с этой стороны. Это у нас южная, самая прогреваемая. Средину однозначно я высаживаю безбоязненно, потому что тут и инфракрасные обогреватели у меня в случае чего могу включить. И тут самое теплое место в середине теплицы, вы понимаете. А крайний ряд я все-таки дня 2-3 подожду, потому что это у нас северная сторона. Там никогда не бывает солнца. Там в последнюю очередь тают сугробы у нас. И там самая-самая такая, ну как... Север, короче, это север теплицы. Самое такое вот холодное местечко. Я вот все-все это высажу. Когда будет стабильный плюс, дня через 3 это у нас начнется, плюс 7 будет, тогда только я буду высаживать там. Так что, когда вы будете высаживать, например, впервые свою теплицу,
Вы посмотрите по сторонам света. То, что в середину можно сразу высаживать, это согласны все и знают, наверное, и опытные, и начинающие. Но вот эти крайние ряды, определитесь, какой у вас солнечный, а какой у вас на северную сторону. Солнечный, южный высаживайте в первую очередь, а этот по показаниям температуры. Потому что даже когда в теплице тепло, плюсовые температуры, там самый холод. И если у вас сорта тепличные, капризные, теплолюбивые, они могут там, немножко им будет некомфортно. Ну все, до свидания.